В любой экосистеме живут паразиты. Это организмы, живущие на других видах или внутри них и причиняющие им вред. Некоторые паразиты живут на теле своего хозяина, такие как головная вошь, которая живет и питается на коже головы, и блохи, которые питаются кровью. Другие паразиты живут внутри своего хозяина. Ленточные черви обедают бесплатно внутри кишечника другого животного, поглощая питательные вещества своего хозяина. У многих паразитов сложный жизненный цикл. Они могут заразить более одного вида животных и часто используют другое животное, чтобы перебраться от одного хозяина к другому. Например, малярийный паразит посредством комаров переносится от человека к человеку. Даже некоторые более крупные животные ведут паразитический образ жизни, пользуясь другими видами в своих интересах. Эти кукушки никогда не строят своих гнезд и не растят своих птенцов. Вместо этого они налетают на гнезда других птиц, как на это гнездо камышевки, и откладывают в них собственные яйца. Ничего не подозревающая камышевка высиживает это яйцо. Когда птенец кукушки вылупляется из яйца, он выталкивает оставшиеся яйца хозяина. Камышевка продолжает кормить и растить кукушку, даже тогда, когда кукушка выглядит намного больше для гнезда и своей матери. Паразитизм – это умная стратегия выживания, оказывающая важное влияние на всю экосистему. Паразиты могут изменить рост и здоровье своего хозяина и даже повлиять на его поведение. Однако паразиты всегда должны поддерживать баланс, получая то, что им нужно, и не убивая при этом своих хозяев, от которых полностью зависит их жизнь.